Одним из центральных событий минувшего дня стал протест фермеров. Они, как и обещали, вывели на улицу свою сельхозтехнику и проехали с колоннами по трассам страны. Организовала акцию ассоциация, которую возглавляет бывший депутат Александр Слусарь. По его словам, в протесте участвовали представители 14 районов страны. Аграрии требуют от правительства в том числе возместить полную сумму всего закупленного ими в этом году дизтоплива, а также частично компенсировать расходы на удобрения и пестициды. Одна из акций протеста прошла на обочине дороги в Каушанском районе. Десятки фермеров на тракторах двигались колонной и громко сигналили. Цены на дизтопливо очень высокие, нам не с чем работать. Вы фермер? Да. И сколько у вас гектаров? 1000. Нищета нас это болит. Все дорожает. Дождя нет, ничего не развивается, цены растут. Вот что нас тревожит. Сергей Стефанков, фермер из села Украинка, обрабатывает около 900 гектаров пашни и владеет овцеводческой фермой. Нам он тоже поведал о своих проблемах. Да, мы прекрасно понимаем, как международную, так и ситуацию в стране, а также что происходит в сфере энергетики, что происходит с нефтью. Но мы видим, как кто-то хитрый зарабатывает на этом. А мы остаемся на одной стороне и платим за все. По 32 лея, как сейчас, и оптом, и на заправках. Мы, фермеры, не можем выживать. Аграрий – один из тех, кто накануне участвовали во встрече с главой Кабмина. В центре переговоров была высокая цена дизтоплива. Начали с элементарного – акциз на солярку, которая словно налог на роскошь. Есть еще и налог на дороги, которыми мы, фермеры, не пользуемся. В других развитых странах аграрии за это не платят. Еще одно недовольство – запрет на экспорт зерна. Аналогичная акция протеста прошла и в Резинском районе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Până la prezent 10 tractoare, rezina. Колонну тракторов здесь, как и в других районах, сопровождали наряды полиции. Протест организовала ассоциация «Сила фермеров», которую возглавляет бывший депутат от партии «Платформа достоинства и правды» Александр Слусарь. Он утверждает, что протесты охватили 14 районов страны. От юга до севера. Очень много районов. Цифры разные. Но считаем, что протест прошел успешно. Цель состояла в том, чтобы забить тревогу. Это предупреждающий протест. Слусарь также заявил, что если их не услышат, то будут организованы массовые акции протеста. Ранее он утверждал, что происходящее не имеет политического подтекста. Другие ассоциации фермеров пока от протестов воздерживаются. Накануне после встречи с премьером в правительстве объявили, что компенсируют 30% акцизов на дизтопливо для крупных компаний. Для малого и среднего бизнеса компенсация составит даже 100%. В денежном выражении это около 3000 леев за тонну. Акцизные налог будет введен задним числом, согласно счетам-фактурам, начиная с 1 января. А компенсациями воспользуются почти 14 тысяч компаний, отмечается в пресс-релизе Кабмина.